Вы меня видите, вы перестали слышать, я надеюсь, нет. На выходе будем общаться лицом к лицу. Наши организационные моменты. Куда отправляемся, зачем отправляемся. Ну, собственно, мы отправляемся за радостным настроением. Правда, что мы с вами в преддверии замечательных праздников встретились. Впереди у нас город, украшенный к Новому году, к Рождеству. Ну и, собственно говоря, у Пушкинского вокзала уже радостно и весело. Вот они свои фасады рано включают. А в городе подсветка городская включается в 16:00. Но пока добираемся, потихоньку начнут уже нам огни праздничные зажигать. Значит, у нас сегодня новогодняя рождественская экскурсия со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас не сложная информация. У нас сегодня это радостно всегда школьников и даже, наверное, дошкольники есть. Что сегодня много детей, это правильно, а взрослым предлагается сегодня окунуться в детство. Но, тем не менее, любая наша экскурсия, это экскурсия познавательная, и главное, это экскурсия еще и по городу. Город нас всегда за собой ведет. Значит, куда у нас сегодня поведет по экскурсии, будем разбираться уже на месте. Конечно, у меня есть определенные планы, но жизнь тоже свои коррективы вносит, вдруг там где-то будет ненужная нам пробка, значит, будем что-то решать по времени и по нашему движению. Значит, порядка 3 часов у нас экскурсия по городу, естественно, с выходами на улицу для того, чтобы сфотографироваться. Темновато, конечно, но сейчас техника позволяет многое, многие чудеса в этом плане творить. А город украшен красиво, в некоторых местах по-новому, не везде. Но об этом мы будем тоже говорить, вспоминать о том, как сейчас уже последние годы город украшают. Но некоторые места действительно оформлены по-новому. То есть те, кто каждый год на экскурсию ездит, они смогут для себя сегодня тоже что-то новое увидеть в оформлении центра Петербурга. Значит, после экскурсии по городу отправляемся мы с вами на Большой проспект Васильевского острова. Едем мы в музей елочных игрушек. Ну вот подобные музеи, они уже много лет арендуют помещения в различных наших крупных постройках. Ну, в последние годы обосновались в Доме культуры имени Кирова на Большом проспекте. Кому знакома эта постройка, вот туда, собственно говоря, и поедем. Там у нас экскурсия по музею, и там предусмотрен мастер-класс по желанию. Кто-то мастер-класс уже оплатил, соответственно, создание собственной елочной игрушки. Кто-то, соответственно, хочет еще поучаствовать в этом. Поэтому, послушайте меня, да, экскурсия у нас оплачена за группу. А вот если вы решаете уже по прибытию, что вам еще нужен мастер-класс, то вы особенно долго не думаете, а подходите к администратору, ну, стойка администратора, соответственно, понятно, я там буду, все ясно, что можно будет спросить, если вы что-то не поймете. Но вы уже только решаете сразу быстро, говорите, мы хотим мастер-класс.